Откликнувшись на псионный сигнал Керригана, объединенная группировка зиранов и протосов прибыла к Ульнару, заброшенному родному миру Зелнага. Их цель пока остается неясной. Рейнер и Артанис собрались в зале военного совета на борту копья Адуна. Они ожидают прибытия королевы клинков. Мы уже давно ждем в этом проклятом месте. Если бы королева клинков хотела говорить, она уже была бы здесь. Она не обманет, Селендис. Если она сказала, что это важно, лучше ей поверить. Я не привыкла оказывать предателям такую честь, командир. Маловато веры для тамплиера. Артанис. Джим. Что происходит, Сара? Зачем ты собрала нас здесь? Амон жив. Его ненависть терзает пустоту. И он хочет вернуться. Даже сейчас. Я слышу голос. Это снова козни нашего врага. Это не его голос. Там есть кто-то еще. Его наполняет отчаяние. Он страдает. Но в нем... нет зла. Мощь Амуна растет. Мы можем не дожить до его возвращения. Но оно неизбежно. И что же ты предлагаешь, Кельза? В Ульнаре есть врата в пустоту. Я собираюсь пройти через них и уничтожить падшего раз и навсегда. Но мне нужна помощь. Сара права. Нравится нам или нет, покончить с этим — наша обязанность. Зератул предсказывал, что этот день настанет. Мы с тобой, Керриган. План летит к чертям со скоростью света. Эти тени буквально рвут корабли на части. Так нам долго не продержаться. Голос звучит откуда-то спереди. Мы должны его найти. Я пошлю отряд на разведку. Что ты? Давайте быстро продвигаться вперед. Заманчиво. Твои воины близки к цели, Артанис. Я чувствую это. Надо отыскать источник миазмов и уничтожить его. Иначе тени медленно поглотят моих воинов. Не хотелось бы этого. Тамплиеры, разите без промаха. Слуги Амуна выходят из этого разлома. Уничтожьте его. Тени. Так. Живой пока. Отлично. Крадущиеся тени. Вера. Идите, очистите миазмы. Быстрее. Я узнаю этот голос. Это Тассадар, мой бывший учитель. Сделай, как он просит. Да я как бы этим и занимаюсь. Призвал вас во времена великой нужды, и вы пришли в этот мир. Здесь меня держат в плену. Освободите меня от его оков. Чьих оков? Королева клинков.
Какой приятный сюрприз. Нарут, мне казалось, ты мертв. Лишившись тела, мы, Зелнага, возвращаемся в пустоту. Здесь моя жизнь продолжится, а твоя завершится. Так, на нас надвигается кое-что нехорошее. Нужно как-то обороняться, ребят. Давайте сделаем на единичку, на двоечку, на троечку, на двоечку. И на троечку, отлично. Артанис, будь начеку. К базе Джима приближаются войска Наруда. Рой поможет отразить Прошу. Нападение. Мои тамплиеры идут к тебе. Вместе мы одержим победу. Во имя Тассада. Давайте. Застукова, ребята. Вот идет гад на нас. Я голос затмения. Я думаю, что стоит убить как минимум вот эту гадость, чтобы во время атаки здесь не появлялось ничего страшного. Ради возмездия. Все. Класс. Можно входить немножечко. Так, давайте быстро здесь создадим пилончик. Подварпнем сюда одного нашего хорошего друга. Продолжим создавать пробок. Две пробки на газ. Что ты предложишь? Замечательно. Здесь надо базу на пятерочку записать. Ждем, пока на нас придет эта гадость. Алешку пустим вперед. Замачивая. Сами же будем стоять чуть-чуть позади. Замечательно, замечательно. Где эта гадость? Она уже, идет к нам. Вот она уже рядом с нами. Веракул. Мою базу атакует гигант. Сосредоточьте огонь на этой твари. Веракул. Гад. Попал в меня. Пусть уснут навек. Отходим, отходим, отходим. Благо он хотя бы и свои войска тоже поцает таким образом. Я не буду служить тебе вечно. Значит, надо уже с ним разобраться. Я не буду служить тебе вечно. Отлично. Мы с ним разобрались? Мы справились. Да вообще. Рано праздновать победу, друг Рейнор. Скоро Нарут отправит еще одну такую же тварь. Мы должны подготовиться. Так это логично, что он отправит еще одного. Не хватает ни Давайте игров. Попробуем сюда пройти, посмотреть, что здесь есть. Враг увидит, на что мы способны. Будь Давайте по-твой. Сделаем вот так. Раз, два, три. Будь по-твой. Отлично. Все вернется на круг. Выжгли, уничтожили, все супер. Артанис, освободи меня. Вы же все его слышите? Да, но у меня по-прежнему много вопросов. Так. Нужно построить больше пилонов. Гиперион вызывает копье Адуна. Впереди несколько стратегически важных позиций. Нужно попробовать захватить их. Прекрасная идея, адмирал. Очистив их от сил противника, мы подготовим плацдарм для постройки новых баз. Это, конечно, да. Нужно построить. Только вот с другой пилонов. Стороны, мы себе неприятности тоже нароем. Чуть-чуть. Давайте, нужно пилоны, быстрее достраивайтесь, пожалуйста. Пилонов. Мне нужно можно больше вас. Спасибо. Давайте выше. Нам нужен воздух. Почему бы нет? Так, сейчас мы стопорнем гадов. Да, посмотрим, сколько там народу. Да, обязательно стопорнем гадов. Уничтожим вот эту громадину. Уничтожим дополнительные строения.
сталкеров. Еще кого-нибудь? Ради возмездия. Я не буду служить тебе вечно. Я не буду служить тебе вечно. Замечательно. Будет так. Хорошо. Отлично, здесь ступенчик есть. Вот тем временем на нас идут здесь снизу. Хорошо. Отлично. Территория зачищена. Джим, мы выслали тебе подкрепление. Правда, это всего лишь пару лингов, но тем не менее. Нужно построить. Еще больше пилонов. Мы в лодке. Еще больше пилонов, зашибись. Не хватает. А теперь мне просто не хватает минералов. Нужно построить. Я этим занимаюсь, подруга. Очень разумно. Там вроде особо никого не коцают. Давайте здесь создадим пилон. Я не буду служить тебе вечно. Здесь и здесь они пока вроде бы отбиваются. Так, давайте переключимся вот сюда. Разумеется. Отлично. Тебя привел Зератул. Верни мне свободу. Сегодня Рой придет. Хорошо. Сара, я отправил десант к тебе на передовую. Артанис, ты не хочешь присоединиться? Нет, пока не хочу. Что мы способны? Меня пока все устраивает. Пустота. Холодно. Разместите строение. Замечательно, давайте построим еще вас, ребята, и... Мы в лад смерти. Наверное, вас вот так. Как помочь Кириган? Ну и вынесет центральную часть. Ради возмездия. Думаю, в этом есть некий смысл. Я не буду служить тебе вечно. Такова воля тьмы. Ждет лишь смерть. Во имя многих. Убейте это существо. Так. Ради возмездия. Народ должен умереть. Можешь. Все вернется на круги своя. Мы крадущиеся тени. Мы крадущиеся тени. Да. Оу, надо помогать Кириган. Враг познает. Временем, пока мы нашу ярость. Деремся, Кириган убивает. Антон. Очень хорошо. Хорошо. Наш пилон атакован. Враг познает нашу. Мы сюпьем этого гада. Отлично, у нас получилось. Сильно меня, конечно, покусали. Что ты предложишь? Ну давайте установимся тогда. Так. Раз, и здесь тоже восстановимся. Замечательно. Так, здесь вы добываете более-менее нормально, да? Надо как будто в центр вынести. Враг познает нашу на центр. Ярость. Все, сосредоточим. Нашу ярость. Мы едины с теми. Замечательно. Мы... Отлично. Мои парни организуют здесь линию обороны. Реорганизуемся по-быстрому.
Замечательно. И теперь можно строить все более или менее нормально. Так, давайте построим тебя. Построим улучшение на воздух. Сделаем, чтобы ты быстрее строил. Так, и знаете, что сделаем? Сделаем. Построим больше воздуха. Замечательно. И построим еще один роботикс. Замечательно. Я думаю, на ближайшее время нам это хватит. Голос затмения. Так, воздух у нас на сюда, в общем-то, получается. А роботиксы? Роботиксы на двоечку. И здесь сделаем улучшение на оружие. Ладно, бежим вперед. Мы едины с тенью. Сюда лучше пробежать, они мутные, но этих убьют, а вот этих не факт, кстати говоря. Давайте сделаем где-нибудь вот здесь пилон для доп-подварпа. Пока что нам требуется виспен. Хорошо. Очень разумно. Неужели гейзер виспена исчерпан, не? Видимо, он не исчерпан, просто у меня не хватает. Что ты? Ничего не хватает, что у меня. Я не буду. Так, сейчас мы их, скорее всего, заморозим и пройдемся вперед. Очень враг. Так, оп, заморозка. Нашу ярость. Вераку. Пустота ненасытна. Отлично. Избираем виспенчик. Хорошо. Я скован силой Амуна. Ну, здесь не так жестоко. В принципе, да. Крадущиеся. Я думаю, что можно немножко просто наступающим огнем задавить их. Тени. Замечательно. Хорошо. Замечательно. Пустота холодна. У нас Рейнер прилетел сюда, отлично. Хорошо. Отправляю дополнительный персонал. Наши заводы готовы начать сборку торов для вашей армии. Вераку. Очень разумно. Сопротивляться вечно, Рейнар. Ты не заслуживаешь права стоять среди богов. Отлично. Может, я и не заслуживаю, конечно, права стоять среди богов, но я думаю, что мы заслуживаем, как минимум, находиться здесь. Требуется больше виспена. Будь больше виспена, значит, мы можем строить зелков. Оу-воу-воу. Рейнар, мои войска в пути. Командир Протосов, мы ждем поддержки с вашей стороны. Я не буду служить тебе вечно. Не-не-не-не. Серги, вперед! Сегодня мы покончим с этим мерзавцем. Хорошо. Так, отлично, отлично, отлично. Давайте уничтожим вот эту гадость. Адунала. Великолепно. Заберем виспенчик. Очень разумно. Подварпим еще. И возьмем еще два иммортала. Замечательно. А отсюда возьмем белка. Так, ищем сердце. Что мы здесь можем уничтожить? Воин пробудился. Так, хоп, сковываем, хоп, сковываем, хоп, сковываем. Быстро уничтожаем. Крадущиеся тени. Очень разумно. Как, хорош. Здесь чисто. Ставьте бункеры. Бункеры можно ставить. Улучшаем атаку. Требуется больше виспена. Не очень замечательно. Мы
Так, надо базы захватывать дополнительные. Здесь у нас есть бункер теперь. Познает нашу ярость. Думаю, что ты можешь спокойно построить здесь все и вся. Я сердце тьмы. Будь по-твоему. Отлично. Возмездие. Вписались. Очень разумно. Будь по-твоему. Класс. Замечательно. Я не буду служить тебе. Быстро уничтожаем. Быстро, быстро, быстро вперед. Будь по-твоему. Ради возмездия. Мы сломили их оборону. Поднажмите. Еще немного. Я бы не сказал, что еще немного, но окей. На самом деле еще довольно все много, но... Вернется на круги своя. Все вернется на круги своя. Вера. Пустота. Так, берем спинчик. Замечательно. Я не буду служить тебе вечно. Отплывем чуть ниже. Быть точно вот сюда. Холодна. Хорошо. Сколько фунтов? Серьезно? Или я что-то не понял, или стук, по-моему, умер. Время истекает. Будь по-твоему. Нужно построить больше пилонов. Замечательно, нам нужно больше пилонов. Мы вот смерти. Верагу. Ради возмездия. Классно, классно, классно. Защита пала. Вот и все, народ. Ты больше не вернешься. Ну, мы еще не закончили с народом вообще-то. Очень разумно. Мы только, так сказать, начинаем, друзья мои. Думаете, Рой ваш союзник? Королева Клинков несет лишь страдания. Она враг всего живого. Я бы не был так уверен. Познает нашу ярость. Более что пока что она нам помогает. Довольно хорошо помогает. У нас куча воздуха, который просто уничтожит все это. Ярость. Сара, я послал тебе несколько отрядов на подмогу. Артанис, мы будем премного благодарны, если ты тоже примешь участие. Все. Так, тормози, пожалуйста. А то я боюсь, что ты мой флот уничтожишь весь. Гадные такие. Я не уничтожил здесь, серьезно? То есть из-за того, что я здесь два юнита не уничтожил и такое... Я сердце тьмы. Гигант пал. Чтоб лишь смерть. Очень разумно. Пустота ненасытна. Либо я что-то не понимаю. Очень разумно. Прекрасно. Этот аванпост отлично послужит Рою. Скоро наши ультралиски сокрушат Наруда и его прислужников. Замечательно. В энергетическом поле. Так, и сколько-то зелков? Мы флот. Адун. Великолепно. Аринас. Давайте вниз. Встречаемся вместе. Отсекаемся. Уничтожаем всех. Враги осмеливаются нападать. Раз. Два. Три. Поехали. Хорошо. У нас, конечно, очень мощный флот. Но не настолько, чтобы прям совсем трандец какой. Будь по-твоему. Хорошо. Что ты предложишь? Все под властью смерти. Так. Носим. Верагу. Давай.
Изи бессмертие. Служить тебе лично. Ради возмездия. Нужно организовать тут оборону и двигаться чем дальше. Я не занимаюсь. Пустота ненасытна. Особенно под бессмертием это делается просто качественно и классно. Мы крадущиеся тени. Да правда, через пятую точку я это все сделал. Увидеть, на что мы способны. Ради возмездия. Я так полагаю, это все. Вера. В каком-то смысле. Враг увидит, на что мы способны. В этой области не осталось врагов. А наша защита достаточно надежна, чтобы они тут больше не появились. Замечательно. Замечательно. Получается все. Все чисто, моя королева. Начинаем выращивать улей. Скоро наши муталиски присоединятся к битве. Похоже, все выгодные позиции в наших руках. Мы вам очень обязаны, иерарх. Ну, не осталось единственное место, куда они наступают. Сейчас мы его тоже уничтожим. О, нечто же. Так. Блин, они мне отказали. Фак. Заманчиво. Сейчас подсветим, секундочку. Будь по-твоему. Очень разумно. Враг увидит, на что мы способны. Подсвечиваем замечательно. Раз, два, три. Будь по-твоему. Тираны, слабые разумом и телом. Убогие плоды несовершенного цикла. Что же, если они такие убогие, вы их так боитесь? Освободи меня. Да вроде как уже нет, разве? Вот так. Пусть горят к чертям. Во имя. Слуги, защищайте тиранов. Пусть народ почувствует вашу ярость. Походу еще есть места, где он есть. Да. Ладно. Подстраиваем еще, берем одну пробочку. Ставим вот здесь пилончик. Берем вот этих пробочек. Ставим их на газ. Замечательно. Ну, а остальные, собственно, сами разберутся. В принципе, нам здесь особо ничего больше не нужно. За исключением более сильного воздуха, которого я не могу поставить, потому что меня заблочили чуть-чуть. Нужно построить больше пилонов. Я пытался поставить вообще-то больше пилонов. Воин пробудился. Зачем ты туда идешь, идиот? Враг увидит. Это еще не конец. Нужно построить больше пилонов. Быстрей. Хорошо. Нужно построить больше пилонов. Долго они строятся, к сожалению. Адун Аридас. А, как же долго. Как же все это долго. Нужно построить больше пилонов. Так, и парочку ребят часовых, которые будут улучшать мой урон. Который и так офигеть какой жестокий, но без разницы. Близится час триумфа. Офигенно. Разумеется. Да будет так. Хорошо. Близится час триумфа. Просто задавим их. Да будет так.
Ой, вот этого вы не ожидали, да? Одна полубаза, не до полубазы, не знаю. Такова воля тьмы. Да вообще офигевший, да? Так. Вот здесь одна из этих гадостей. Пустота повинуется воле моего владыки. Скоро вы познаете его истинное величие. Цикл должен начаться заново. Давайте уничтожим все абсолютно. Было просто неоткуда черпать свои силы. Разумеется. Да будет так. Я верю, что мы можем это сделать, ребята, дорогие мои друзья. Хорошо. Разумеется. Давай, давай, давай. Отлично. Замечательно. Мы разрушили полностью все возможности народа создавать что-либо. Ваши войска вступили в бой. Ладно, убиваем Наруда, я думаю. Включаем щиты. Просто выжигаем его. Здравствуй, Дюран. Помнишь, что ты со мной сделал? Стукав пришел по злорадству весна. Нет, сукин ты сын. Пришел пожелать спокойной ночи. Приди ко мне, Артанис. Садар, мой наставник. Но как? Учитель, видеть тебя — великая радость. Это лишь облик, в котором я являлся к Зератулу, побуждал его к действию. Пророчество, которым следовал Зератул, результат моего влияния на умы примитивных созданий. Ты Зелнага. Ведь это твой зов, я слышала. Кто ты? Урос. Последний хранитель цикла. Враг Амон един с пустотой. Она — продолжение его воли. И моя тюрьма. Зачем ты призвал нас сюда? Слияние чистоты эссенции и чистоты формы должно продолжаться. Существо по имени Керриган
ты можешь принять мою эссенцию. Вознесись, как Зелнага. Продолжи бесконечность. Зелнага? Ты хочешь сделать ее одной из вас? Нет, черт побери. Сара! Нет! Только Зелнага может победить падшего. Сара, ты не обязана этого делать. Не позволь снова себя изуродовать. Вместе нет, мы... Джим. Я столько натворила. Погубила столько жизней, миров. Мои руки в крови. Я должна смыть ее. Это... моя судьба. Как-то даже не знаю, что сказать. Блин. Окей. Я, в общем, выполнил все ачивки. Хорошо.